Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в последнего мага. Так, у нас новые задания. Так, победить не менее 3 раз, победить не менее 8 врагов и победить не менее 3 раз за Сигрид. Ну что же, за Сигрид так за Сигрид. Выбираем нашу магичку. Окей. Так, и возьмем с тобой режим захват золота. Так, я этот режим, ребят, не знаю. Не видел, не играл в него ни разу. Поэтому давай посмотрим. Захват золота. Куда ты там лезешь-то, хмырь? Выпендривался? Соркер, да? А в этом режиме, я так понимаю, каждый сам за себя будет, да? Скорее всего. Посмотреть надо будет, что за захват золота. Что это за режим такой интересный? Нет, ребята, вот у меня компаньон. Вау. Демоница какая-то. Ну что же, с удовольствием я это гляну. Режим, еще раз повторяю, для меня новый. Будет очень интересно на него посмотреть. Магу-то этому... Ой, как плохо. Смотри. Ага. 2 на 2. Так, так, так. Тут получается у нас 4 команды. Погнали потихоньку. Не понял, а это кто такой? Сфига ли ты тут на меня бычишь-то? А, это портал, оттуда выходит. Так, возьмем давай кинжал, наверное, с тобой. Авось пригодится. Куда ты побежал, маг? Слушай, меня достала вот эта тварь, которая за мной именно бежит. Ну так нечестно. Тварь уцепилась за мной, и все, я ничего не могу сделать. Короче, нам нужно куда-то бежать. Видишь, стрелочка показывается? Беги, типа. Что мы там должны сделать? Или там показывается мой компаньон? Хрен его знает. Это мой компаньон. Захват золота. Они решили вдвоем, да, на нас напасть? Так, там еще и лучница, смотри. Есть. Готов. Так я возьму, я ничего не возьму. Так, она здесь ходит. А там какой-то хил бегает. Чё ты? Готово. А вот, ребята, золото, по ходу дела, которое мы должны собирать. Выиграли, что ли, или нет? Да. Захват дуо. Короче, надо, ребята, захватывать золото. И кто больше захватит, тот и победил. В принципе, ничего сложного в этом режиме нету. И довольно прикольный. 2 на 2. Так, победить 3 раза, захват золота. Надо 3 раза, ребята, победить на захвате золота. Поэтому... Да что ты тут? Поэтому, наверное, нам надо еще режимчик один сыграть. Получить сейчас самоцветы 5 штук. Потом будет обычный сундук. И свитки хранителей. Еще что-то заработал? Сундук, скорее всего, да? Нет. Не сундук это был.
Так, друзья, ну что, еще захват золота. В общем, тут все больше друг с другом воевали. А я, как самый умный, понял, что нужно сделать, да? Так, он поставил свою крысиную хрень. И отдуплился. А так и надо, хмырю. Нефиг наезжать. Кстати, вот эта штука очень прикольная. Когда ты ее ставишь, с тобой будут два пикинера ходить. И, кстати, очень неплохо они помогают. Ну где вы там, эй? О, крыс вообще на изи сносит. Я еще вот так вот баллисту поставлю. Все. Так, где мой напарник? Вот он. У меня напарник Цоркер. Мак огня. Ну что, лучник всегда крадется. Ладно, хрен с тобой. Ну не изи это, господи, ну есть. Готов. Да выеживался, хмырь болотный. Я поставлю эту казарму, чтобы стражников, ребят, фармить. Давай, дорогой, догоняй его. Разве так надо догонять? Копьем. Прижучу же гада все равно. Так, золотишко поднимем. Так, 44 золота, у него 19. Маловато будет. Давай, собирай золотишко. Почему я встал? Меня застанили, что ли? Ты посмотри, что творит. В минус. Готов. Инвентарь переполнен. Соточка всего лишь. Так, вернется через одну, ноль. Возвращайся, где мой напарник? Я не вижу напарника, ребята. А, вон он где-то там шуркается. Ну, что я тебе могу сказать? По-моему, у нас золото на порядок больше, чем наших противников. И, соответственно, победа за нами. В общем, количество 132 золотых мы насобирали. Но не забывай, что нам нужно еще одну победу, друзья. Одну победу. Нанести не менее... Сколько? 117 тысяч единиц урона. Да еще и взрывающейся бочкой. Но нет, ребят. Взрывающейся бочкой я не смогу. Так. Клодипан в сети. Он в сети? Богдан, 2024. И Богдан в сети? А, нет, в сети 45 минут. А я в сети 430. В сети 438 дней. Да ну нафиг, в сети 438 дней, конечно. Ага. Так, вот это вот, я не знаю, ребят, это же какая-то новая друидка. Ой, это мой напарник, ё-моё, что я делаю? Значит, я буду с самураем бегать, да?
Готов. А это какой-то гном, ребят. Нет, она рыцарь, просто он скин взял себе какого-то гнома. Слушай, а почему невидимость не работает против крыс? Вопрос у меня такой на засыпку. Фига в ближнем бою. Расшатали. Такс. Пойду к напарнику. Нет уж. Да ё-моё, ну смотри. А, 3 на 3 здесь. Да нет, как 3 на 3? И мне почему-то постоянно, ребята, появляюсь возле этой срани, блин. Опа, 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 опа. Меня сейчас разнесут, ребят. Зашибись. Мсти, родной, за него. За меня, точнее, за него, блин. Я твое золотишко заберу к себе, с вашего позволения. Ты понял? Вот так вот, ребята. Табло разнесли мне. Ну, копье-то будет сегодня созревать? Идем к пауку лучше, блин. Паук на меня среагировал. И что, он так не отвяжется от меня? Будет за мной бегать? Опять? Есть, говношлеп. Получил свое. Крысы, крысы, это хорошо. Вот то, что хилится у меня хреново, это да. Так. Копьем ее, нормально. Опять паук, а да чтоб тебя. Опа, опа. Да сфигали, блин. Ну я его, главное, тоже, ребята, щелкнул. Блин, а где у меня? Где то мое золото, которое лежит? Ауч. Да, тут я, по-моему... Да, я проиграл. Совсем чуть-чуть, друзья мои, совсем капельку не хватило мне дособирать золото. Да этот подонок, чмо вонючее, который лез, блин, меня взбесил просто. Я его хоть тоже хлопнул, но ты сам видел, что там произошло. Я в него копье бросил, он в меня это, и мы оба погибли, блин, оба потеряли золото. Ну, лучше так, ребят, да, чем этому гаду оставлять золото. Да иди ты в баню, блин, идиотина, лезет она на меня. Кишка тонка еще тут против меня бороться. Самое аккуратное, ребята, это когда вот ставишь так вот баллисту. И просто рядышком здесь контришь зону. Она типа там спряталась, да? Хе-хе, молодец, Цоркер. Выручил. Кого он там бомбит? Кого-то видит? Да, он видит. Меня хлопнули. От этого помощи-то вообще никакой, друзья мои. На тебе ответка. Швабра. Так, ребят, где он там, мой маг? Давай здесь встанем. Да куда ты побежал-то, дуралей? Да. Гений просто, ребят. Блин, достала мышь эта летучая. Или кто там, мышь, не мышь, я не знаю, кто там из них. Бесевые пауки, а? Иди сюда.
Мак! Есть. Бери золото. Ну это варвар, к нему лучше близко не подходить, ребят. У меня здоровье вообще ноль. Паука валим. Ах ты, шаболда. Я ему иду помогать, ребят, нашему. Нашему братку надо помочь. Соответственно, тут еще и золото набрали. Вали его, вали. Паучара, вали. Ты сможешь он его догнать? Слушай, я пойду лучше вот здесь золотишко насобираю. Ай, хорошо. 56 монет. В общей сложности пока там. Замечательно, идем. Давай, 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 давай тут. Я тоже, наверное, куб поставлю где-нибудь вот здесь вот. Чтоб сюда никто не прошел рядом даже. Закутаться тогда. И нормально. Идиотка, что могу сказать. Золото мое, ребят, никому не отдам. Выиграл, выиграл. Ну что же, 105 золотых насобирал. Да, ребят, такая быстренькая игра. Быстро очень проходится, как говорится. И два задания выполнил. А вот тут, к сожалению, пока нет. О, ключей-то, ключей-то надавали. Что там у нас? А, по сезону идет. Опа, очень редкий сундук. Ну-ка. 65 голды. Прокачка на бомбу. Хонзе этот. На бочку прокачка идет. Ну и 100 монет. Окей. Дай-ка я гляну. Так, открыть другое задание, это понятно. Победить не менее 8. Ударная волна. А у меня ударной волны, по-моему, и нету. А, есть. Значит, с помощью ударной волны мне нужно уничтожить 8 противников. Хорошо. Получите награды Альянса не менее 2 раз. Улучшите любого хранителя не меньше 3 раз. Так, открыть не менее 6 ящиков метательным копьем. Победить не менее 25 врагов метательным копьем. Ну что же, блин. Метательное копье брать, что ли, получается? Пока да. Захват золота это хорошо. Кристалл это хорошо. Давай попробуем королевское подземелье 2 на 2. Фига себе. Ой, что-то я не туда посмотрел, ребят. Так, у него защита, ребята, есть. Где мой? Давай тогда вот здесь вот встанем. Блин, мы два мага. Помогай! Давай, 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 давай! А, мы 3 на 3, значит, все-таки играем. Ой-ой-ой. Слушай, ну тут что-то вообще вы, ребят, переборщили, по-моему.
Меня уничтожили. Ну пошли, что ты стоишь-то, блин? Сволочь, блин, хер ли ты хватаешь, блин, когда тебе что не положено, блин. Так, ребят, не знаю, что это такое. Вот это вот. Так, это наша магичка. Что это такое, а? Хонзу, да? Вот, 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 ребят, смотри. Да что у меня, блин, я не понимаю, ребята, он перестает ходить в какой-то момент, блин. Что, блин, не так? ПРСТ, блин. Тут сплошные враги. Ну, тут, конечно, тут хер ли ты сделаешь. Да. Вражеский копейщик же, блин. Крысы наши, не наши, не поймешь, блин. Есть, красавцы. Слушай, я не пойму, победили мы или враги? Мы, друзья мои, победили. Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватает, ребят. Чуть-чуть не хватает до 10-го, я не знаю, там, уровень или как. Так, попасть в верхнюю половину не менее 12 раз руной огня. Вот это я не понимаю. Что значит попасть в верхнюю половину? В какую верхнюю половину? Чего? Карты или чего, блин? Верхнюю половину. Открываем. Так, 14 голды, 15 на прокачку пауков. И на волну. То есть я могу, по идее, прокачать. Только я не помню, где это делается, если честно. Ну, сколько там чего? Что-то получаем, получаем, с тобой получаем. И нифига нам тут не дают. Это вот Адзай, по ходу дела, который с мечом ходит. Это он. Судя по всему. Блин, я хотел найти, где прокачка идет. А нажал зачем сюда, а? Ну, вот это вот фигня, ребят, на самом деле. Вот это вот. Ни один дурачок не поведется за ней. За манекеном, за этим. За ним только мобы бегают. Может быть, она здесь для мобов и сделана. Вот это я тоже, кстати, не понял. Вот этот свиток непонятный. Это хил. Исцеляющий тотем. То есть ты его ставишь и можешь спокойненько хиляться. Ну, он, видишь, хиляется. Ну да. Вот нас трое. И остальные враги пошли. И у них уже счет 3-1. Видимо. Ну куда ты бежишь? Ну давай сюда встань. А это, а где? Это там стоит. Куда ты не добежал, а? Копьем ее добить. Отлично. Молодцы. Нам надо держаться все вместе, если мы хотим тут нормально лица им разворачивать. Три мага, это, извини меня, это офигенно круто. Ну вот что вот она застревает-то у меня, дура, блин. Я не понимаю вот это вот. Соркер тупорылый, на. Взял крысиное гнездо. Опа, Адзай. Напал из-под тишка, видел, ребята, со спины. Готов. Поставим с тобой крысиную нору здесь.
Сколько там у нас? Не пойму, какой счет. Крысы разберут его. Нормально. Это наша крыса, блин. Не суйся туда. А что это за такое, за портал или что это? Меня щелкнул, прикинь. А, нет, вот я, ёпрсты. Ложная тревога была. А, у них тут хилище тотем стоял. Я не знаю, кто из нас проигрывает. Дождитесь перезарядки. Так я дождусь перезарядки. Вон там бегает. Мегазорро, блин, конечно, Мегазорро. Есть. И вот опять, ребята, опять начинается вот это вот подклинивание. Да ладно, мы опять выиграли. Шикардос. Убийство, 9 штук я сделал. Рейтинг в команде первый у меня был. Ну и замечательно. Получаем награды. Так. Я не вспомню, где же все-таки... Где же у нас идет прокачка? Ну, хоть убей, не помню. По-моему, вот здесь вот прокачивается. Да, вот здесь вот у нас прокачивается. Улучшить вот можно паутину. Вот ударная волна. Улучшается у нас... Давай улучшим. Паутина. А что еще тут можно у нас прокачать? А, можно улучшить взрывающуюся бочку. 70. И бомбу. А, бомбу давай тоже прокачаем. Пока вроде бы все. Хранители. А, пока никого нету на прокачку. Угу. А как интересно в альянсе получить этот? А, вот альянс. А, друзья мои, это друзья. Альянс у меня пустой, вообще пустой. Пустой, так. Ну, фиг с ним, пускай будет пустой. Может, оно так и лучше будет. Единственное, что задание, конечно, я некоторые сделать не смогу. Получить награды, например. Так, улучшить хранителя, это понятно. Так, нам нужно еще открыть ящики. Сколько там? 30, 28 ящиков нужно еще открыть с помощью копья. И восстановить не менее 30 тысяч очков здоровья оборона кристалла. Ну что, наверное, будем тогда уже делать ударной волной. Пользоваться, ребят. Победить врага ударной волной. Ну, если честно, мне больше, конечно, нравилось копье. Так, уничтожение кристаллов, захват этих. Оборону кристалла давай возьмем. Поиграем. А, закончилось? Начало через... Блин. Тогда захват золота. Тут еще, видишь, какой режим есть? Частная игра. То есть мы можем... команды против команд. Ну, своих же друзей, например, да? Два на два. Чисто рубить. Я хочу посмотреть, что за ударная волна. Вот это вот фуфло и есть ударная волна. Ну, друзья мои, это... Бред сивой кобылы, если честно. Это мне надо быть рядом с врагов, что... Очень хреново, если честно. Я не вижу ни одного противника. Где они там все успевают драться-то?
Шваркнули мы его. Еще улыбочку там. А где? А, вот смайлики, да, у нас. Так, секунду, где мы? Давай вот здесь встанем. Да куда ты бежишь-то? Ну, бестолочь, ну... Так, у нас захват золота, да? Чувак просто гений. Это я отомстил. Да ну нафиг, какая-то слизня хренова, блин. Просто добила меня, тварь, а. Просто слизь меня уничтожила. Мне что-нибудь в руки дадут путевое, нормальное, блин. Буду вот этим вот бредом бегать, блин. Пипец. От вшивого цоркера получил. Ноль золота в команде, блин. Я не вижу вообще напарника. Где он бегает, блин, что он вообще делает. Дебила кусок. Ну че ты сразу на попятный-то пошел, хмырь. Иди сюда, кусок говна. Бегал с какой-то лажей, с яростью бегал, да? Дебил. Ребята, 26 секунд. Сколько у меня золота? 37, ну этого мало. Сейчас попробуем на чили. Но я что-то не уверен, ребята, что 10, 9, 8. Так в плане я не беру больше, блин. У нее почему-то больше, ребята, не помещается. Да. Идиот. Где бегал? Вообще не видел, ребят. Вообще не видел его. Кусок дебила, блин. Пришибленный, блин. Придур, блин. Как раздражает меня, когда тупорылых дадут каких-то, блин, тебе в команду. Еще раз говорю, ребята, хоть стой, хоть падай, блин. Идиоты, блин. Че ты там бегаешь, хмырь? Ты сдохнешь сейчас у меня. Бегает он там. Ударная волна тоже, ребята, лабуда какая-то полнейшая. У нас будет воин с нами бегать, да, значит? То он там, блин, ты определи. Нет, не воин, ребят. Хавкиш. Хавкиш. Вот думай, бот это или не бот. Даже неизвестно, ребят. Пошли! Золото, вот у нас тут рудник как раз рядышком. Так, он пошел за гнездом. Нет, я думал, что он за гнездом пошел. Вот баллисту надо взять. Пускай, пускай. Ну, куда ты, ну? Куда ты стреляешь, а? Да не подставляйся ты.
Меня больше всего раздражает, почему у меня подтормаживает управление. Что, она решила этого идиота догнать, что ли? А, он тут гнездо поставил. Спасибо за золотишко. Фух. Так это что, тут фармил, что ли? Я не могу понять. Твою налево, на кого нарвался, блин? Что ты тут собираешь? Пособирал, как говорится, и будет. А вон и мое золото, ребята. Я его вернул, как ты видишь. Что очень хорошо. Поможем. Сдохнуть, естественно, ребят. Так, ну-ка. Я выиграл, да? Да, ребята, 80 голды успел урвать. Так, и у нас повышение уровня идет. Есть. Это задание я выполнил. Попасть в верхнюю половину. А убил ударной волной всего лишь одного противника. Всего лишь одного противника убил волной. Ого, очень редкий сундук. Опа. А, это элементаль огня. Это же ребят, который будет со мной ходить. Че, я думал, что это новый герой какой-то. Нет, это всего лишь элементаль огня. Так, 28 монет. 5 карточек на лу... И все? А, нет, вон. Слушай, он может прокачаться? Хонзу-то этот. А есть ли смысл его качать? Ну, давай улучшим. У него атака всего 130. А сколько у нас на магические атаки идет? 297, ребята, 297. Это такой атаки, по-моему, нету ни одного моего бойца. Ну-ка, сколько ты... Ни хрена себе. Ни хрена себе. 364. Но есть, ребята, и недостаток в этом фигне. Потому что у нее нету навесика. У нее нет навесной атаки. Эксклюзив. Что у нас тут есть? Давай посмотрим. Так, улучшить любого хранителя не менее 3 раз. Открыть метательным. Так, нанести на захвате золота 120 тысяч урона. Надо будет, кстати, добить это задание, восстановить. Это на обороне кристаллов. И победить не менее 60 крипов отравленным клинком. И 25 врагов метательным копьем. Ну, даже не знаю, давай метательным копьем, наверное. Кстати, блин, забыл поменять задание. Когда у тебя есть метательное копье, оно компенсирует, друзья мои, знаете что? Оно компенсирует навес. Потому что оно уже бьет навесом. И тем более, когда у тебя еще и бомба есть. Куда эта швабра ушла? Ты посмотри! Ты смотри, что черти делают. Просто, ребята, с двух сторон зажали. Просто с двух сторон зажали и все. И фиг ты, называется, еще и попадешь, да?
Давай сюда. Ну, рядышком, становись, ну... Чё-то я не пал. А чё это у нее, блин, там? За защита такая. Нормально. Очень неплохо. Давай этого Хонзю. Есть. Нифига он там. Ну чё ты там, сыч? Пора помирать. Готов. Ты сейчас серьезно, гном? Гном. Гном. Что тут опять? Опять элементаль, да? Опа, он уже, ребята, авансиком бросает, прикинь. Давай, прям в кучу туда. Замечательно. Смотри, какой у меня валун, ребята. Сидя таким валуном в лоб, да, мало не покажется, я думаю. Слушай, золото почему не собираю? Давайте. А, это наш. 59 и 32. Я думаю, что нормальное количество золота у нас набрано. Сделаем. Ну! 97 голды. Давай, давай, правильно говоришь, на рудник. Слушай, ну это не моб, скорее всего, ребят. А кем он там нас отвлекает? Я не понял, кем он там нас отвлекал, но мы выиграли, ребята, 119 в общей копилке у нас. Довольно быстро идет на прокачку. Так, так. Ага. Еще немножко, ребята, по урону будет окей. Блин, вот копьем тяжело. Нужно же попасть, понимаешь, в чем дело? Этим копьем, а не просто его там метнул и оно пролетело фиг знает куда. Давай казарму поставили. Хлоп, и нет, чувачка, просто хлоп, и все. Так, у нас магичка в команде будет. Магичка. Такие стоят тут главари, блин, шайки. Ну что, игроки найдены, да, я так понимаю? Хэнзу. Ты серьезно сейчас, блин? Опа, опа, опа. Давай сюда вставай, блин. Так, у нас ниндзя прям рядышком с нами. Прям рядышком был ниндзя. Смотри, 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 смотри. Тотальное уничтожение, прекрасно. Ать, паучара лезет. Так, ну что, у нас пока 40 монет. Мало. Так, он здесь золотишко что ли фармил? Ну да. Теперь будем фармить здесь золотишко мы. Как же это промахнулся-то?
Блин, меня отравили. Паучье гнездо это, блин. Да нафиг ты паучье гнездо-то это трогаешь. Минус шаман. Хорош. Попробуем убить. Так, я не знаю, 95-14. У тебя что-то маловато. Видно, где-то она погибнуть успела уже. Да это гнездо не уничтожается. Ты же видишь, что защита на нем стоит. Это бесполезно его трогать. Слушай, я думаю, что, наверное, у нас все-таки будет победа. 104 и 14. Это 128. 121 почему-то. Ага. Есть. Победить не менее 10 раз. Кристалл ловушка. А, ну кристалл ловушка. Это как раз, который ставлю и который бомбит по врагу. Это и есть кристалл ловушка. Так, 30 голды. Так, 300 там с лишним ключей. Подожди, а можно мне вот здесь еще забрать? Свитки хранителей. А в кого влить? Ну давай сюда. Давай сюда. И у нас как раз будет второе улучшение, да, получается? Это у нас будет второе улучшение. А нужно их сделать три. Вот такой бы я скин, конечно, хотел бы. С разорванным арбузом. Гудрун. Опа. Хэнза тоже можно улучшить. Ханзо. А кто у нас тут еще? Томпсон. Куатль. Тридуэл. Таир. Эрдоган, да? Акое. Грим. Мэйфан. Васана. Пьер Лебье, Хаюн, Томар, блин. Так, задание, что у нас тут? Оу. Улучшите любой... Ага, улучшил все-таки хранителя, да? Я думал, что надо будет еще делать. Нет, не надо. Получаем 50 свитков. А что такое молния? А, вот оно что. Но мне нравится копье, блин. Давай назначим на элементаль, правда, ребят. Я его и видать не видел, не видывал ни разу, блин. Мифическая способность элементаль земли. Хэнза мумия. Хельгрид. Королева Кадира. Ну, давай возьмем тогда последнее, наверное, королевское подземелье. Но в королевском подземелье что-то вообще, ребят, такой трэш идет. Прям, ну, трэш-трэшовый. Тут также можно, видишь, метиться, но это... Куда ты там бегаешь, псих? Добегался, хмырь болотный. А чё ты пошла на попятный? Ты чё не пошла на бомбу-то, идиотина?
Оп, сразу же назад. Как увидел, что бомбочку влепил. Оп, и сразу же назад. Так, гном ко мне пришел. А этот не добежит. Ну, от этого он, ребята, и будет звездюлей постоянно получать. Мы-то здесь втроем, как умные. Этот встал, блин. Кусок дебила. Ай, блин. Ну дай мой. Что я там взял-то? Я даже не увидел, что я взял, ребят. А, духа. Слушай, ну духа-то хорош. Ну что, пойдем, гном. Ну если у него скин, ребят, такой, то нам надо здесь драться, а не просто стоять, баклуши бить. Гном, пошевеливайся. Давай возьмем 3 стрелы и фиг с ним. Замануха, что ли, какая-то? Ну вот этот, ребят, точно не бот, вот этот гном. Он все делает правильно. Просто уходим, гном. Зона сужается, блин. Очень быстро. Отлично. Опа! Первый раз такого вижу самурая, друзья. Враги идут к нам. Запинали. Еще один, да? Прикинь, мы тут просто, ребята, по швам. От стерва. Нормалек. Харь отреснула. Так, самурай меня раздражает. Все отлично. Тут просто, ребята, мы ему рыло всем начистили. Просто всем. Кто бы там ни выделался на нас. Есть. Открыть ящики метательным копьем. Да. Задолбаешься ты открывать ящики метательным копьем, если честно. Почему? Потому что тебе нужно драться с врагами. И уж точно не тратить энергию на какие-то там ящики. Ящики я могу своей обычной атакой открыть, скажем так. Ну что, давай посмотрим способность. У нас прокачалась элементаль, которую я даже и не видел. Где его брать, блин? Однажды самая грациозная танцовщица с огнем из храна Пирос узнала, что духов сгорания можно соблазнить обещанием бесконечного топлива. Она давно умерла, но духи не забыли ни танцовщицу, ни ее обещание. Причем это эпический, ребята. Эпический элемент, который будет бегать с тобой. А волна... Ну, мы видели, что такое волна, ребята. Вокруг тебя образовывается такая фигня. И враги от тебя отлетают. И если у него очень мало здоровья, он еще при этом может умереть. Такс, можно посмотреть мне еще задание? Блин, вот как. Это надо влазить прямо вот в середину боя и активировать волну ударную. Крипов отравленным кинжалом. Восстановить не менее 50 тысяч очков на Урсе. Восстановить не менее... Так, ну можно на кристаллах попробовать. Открыть не менее 75 ящиков пиро.
Если мы возьмем с тобой пира и кристалл. Пира на кристаллах, у него как раз, ребята, два задания можно выполнить. Нанести урон, победить кристаллом и открыть ящики. Я предлагаю так и поступить. Но пира мне не нравится, вот серьезно тебе говорю. На самом начале, когда ты начинаешь только игру, да, он крутой, потому что у тебя альтернатив нету. Что там, кристалл, да, нам надо было? Ну вот так вот пока сделаем. Королевское подземелье возьмем, наверное, с тобой. Блин, хочу оборону кристалла, а она недоступна. Так, а, тут получается оборону кристалла начнет через 17, а захват золота закончится через 17 часов. А уничтожение кристаллов... А, так уничтожение кристаллов это как раз на врагов, ребят, ну. Давай. То есть два кристалла у врага, два кристалла у нас. Мы должны будем уничтожить. Блин, ну пира. Вот опять, ребят. Вот опять сейчас был глюк. Подожди. А ты что, против меня? Ты же мой. Как сказать? Сопротивец. Причем я лидер. Так, с нами Хонзу будет, да? Слушай, а у кого-то элементаль воды? Подчинение, ребят. А насколько я помню, кристаллов можно выставлять две штуки. А вот гнездо, к сожалению, одно. Фига они там в три смычка выкинули в меня. Все, погнали. Чего у нас там задать? А, уничтожение кристалла. Тьфу ты. Я бегу в своих, стреляю, пуляю. Погнали. Мне будет тяжелее всего, потому что у меня нет навеса, ребят. Да, да и не жалко этого копья, нифига не скулечка. Что тут? Они что, вообще что ли оборзели? 67% оставили нам. Твою мать, не могу пройти. Погнали. Сейчас я помогу. Нет, ребят, кристалл тоже один только можно ставить. Почему-то я подумал, что два. Ну что, бомбим? Погнал я. Слишком мало здоровья было. Ребят, 65%, что-то тут неладное. Да ёпрсты, они... Ага. Хлопнули, да, ее? Да ёпрсты. Да я не могу пройти через эти камни, долбаные, блин. Короче, я погнал. Да и фиг с ним, что подох. 63-68. Не имеем права, ребята, тут проиграть. Не имеем, блин, черт подери, права проиграть. М-да. Они уже поняли, что мы там стоим. Ну что же. Черт, мы проигрываем, ребят. А, нет, нет, выигрываем, ребят.
мы выигрываем 57. Победа, да. У них, мы нанесли 57. Точнее, осталось у его кристалла 57, а у нас 63. Да неужели? Новый рейтинг. Так, открыть не менее ящики, это понятно. А, мы, блин, мне же ящики, ребята, по заданию. А чего это такое? Набор способностей, мифическая способность, магическая броня. Это случайно не когда ты там бежишь и, как бы тебе сказать, когда ты бежишь и тебя такая аура окружает? По-моему, это она и есть. Я еще думал, что, блин, за неуязвимость такая. Вот это вот читается, интересно, ящики, которые вот эти вот мы с тобой так вот открываем. Мы где-то опять разбежались. Мак, давай. Я тебе сейчас поплачу, нытик. Вот, опять. Вот почему он стоит, я не понимаю. Может, какое-то заклинание у кого-то есть? Ха-ха, молодцы, выручили. Выручили папочку. Красавчики вы мои. И ж знает, когда прийти на помощь отцу. Так, ну что, где мы? Давай, наверное, вот сюда подойдем. А что, у нас 2 на 2, что ли? Ну куда ты побежал-то опять, придурочный, блин? Чего ты кусок? Хрен себе. Погнали. Ну, минус ниндзя. Да, я возьму крыс. Так, ребят, нам надо стоять подальше от края, потому что... Идет. Нет уж, парень, теперь-то я тебя не отпущу. Да я не понимаю, ну почему он не двигается, твой... Он не может двигаться, блин. Скотина, блин. Не может двигаться и все, блин. Как эта хрень непонятная вообще, блин. Просто тупо стоит и ничего сделать не может. Товарищ вернулся по команде, блин. Сколько тут чего? Сколько у кого баллов, непонятно, блин. Сколько тут еще надо нам, блин. Ой, зона идет. Ребята, зона сужается, пойдем отсюда. Так, подожди, подожди, надо выходить отсюда. Блин, вот это вот периодически ионное торможение непонятное для меня, блин. Ну вымораживает, ребята, я серьезно говорю. Они пошли туда. Не, ребята, это все-таки у меня что-то с управлением. Сейчас просто на ровном месте встал и все. Кристалл очень слабо прокачан. Да, это мое, ребята, вон. Подтупливает, блин, ни туда, ни сюда. 5 убийств, мало, конечно. Этим мы с тобой гудроном там наяривали, это будь здоров. А тут всего лишь 5 урона. Ну, не урона, а 5 врагов мы уничтожили. Вообще ни о чем. 100 ключей. Но ключи получили... Медальку забрали, так.
Ну что там по заданиям? Что мы сделали? Восстановить, открыть ящики копьем. Победить врагов в 10 раз кристаллом ловушкой. Кристалл ловушку, ребят, мне кажется, нужно прокачивать. Тут фигня какая-то. И открыть ящики 75, 15 всего лишь. Ну давай, наверное, на сегодня последний поединочек, ребят, сыграем в королевском подземелье и будем потихонечку закругляться на сегодня. Я тут смотрю, он уже поднашухерил чуть-чуть, да? Альси Рояль 45. Смотри, какой скин у чувака. Ну, я здесь нормально побегал. Не забывай, что в соло к тому же. Я встану сюда на серединку. Почему показывается 2... А, 3 на 3. Все, ребят. Так, давай еще крыс возьмем. Куда ты, тварь? Долбаные крысы, а. Да уничтожьте вы это гнездо, долбаное, блин. Есть. Я теперь понял. Вот этот маг вшивый стоит. Все, он больше стоять не будет. А у меня, как всегда, ребят, управление прямо. Ой-ой-ой-ой-ой, куда я вляпался? Вы заняли третье место. Убийство 6, созданных предметов 10. Угу. Так, а что тут? Я не понял. Тут надо было... А, я последний, что ли, оставался из всех? Потому что обычно, когда ты остаешься не последний, ты возрождаешься, у тебя возрождение идет. А здесь такого не было. Потому что эти придурочные, эти, серьезно говорю, идиоты. Да, он и по-другому не назвать их. Че ты там, Хэнзи, вонючий, делаешь, блин? И сюда. Че, где? Это мои, блин. Фига ты. Есть. Ну это, ребят, пока не битва еще, естественно. Это, так скажем, разминка тут. Слушай, я заметил, что когда прокачиваешь свои способности,
Например, это. Раньше за тобой бегает одна крыса, а потом за тобой бегает две крысы, и по итогу вообще три крысы бегает. Так, ну чё, где, куда? Типа спрятался, что ли, или чё, не пойму. Молодец, маг. Сработал жестко. Бескомпромиссно. Тут сундук у нас есть. Пойдем сундук за тобой откроем. Вот этот торнадо, кстати, неплохое. А чё мы сюда встали-то здесь? Нафиг нам, нам здесь делать нечего, ребят. Смотри. Мак вшивый довыделывался. Такое ощущение, что где-то они ждут. Где-то какая-то ловушка у нас тут есть. Для нас, припасенные от врагов. Ну вон. Все. Нет, не все, друзья мои. Нет, не все. И, а что-то как-то быстро. А, мы, видимо, всех запинали. Все, друзья мои, я понял. Да ладно, неужели? Новый рейтинг получил у нас Пира. Ну что, дорогие друзья, на сегодня, пожалуй, я закончу эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!